Все лучшее детям. Такой девиз, доставшийся нам от советской эпохи, актуален и по сей день. В рамках празднования Дня города стартовала акция «Лучшая детская площадка». Конкурс был объявлен среди управляющих компаний жилищного фонда. Заявку на участие подали 9 организаций. Выбор самого благоустроенного двора проходил в двух номинациях: «Самая благоустроенная детская площадка» и «Лучшая детская спортивная площадка». В данный момент мы находимся на площадке по адресу Машиностроителей 4. Данная детская площадка победила в номинации, поэтому мы вот представляем ее вашему вниманию. От подобного рода конкурсов в первую очередь выигрывают сами жители домов, ведь именно их дети большую часть свободного времени проводят на этих площадках. Я бабушка, мы живем вот в этом доме. Я сижу с внуком, и вот они часто ко мне приходят. Вечером у нас очень много народу. Идут из садика, идут откуда-то, гуляют все здесь с детьми. Зимой вот у нас хоккейная площадка. Все очень даже хорошо. В номинации «Лучшая детская спортивная площадка» победил двор по улице Салавата-1. Именно он наиболее полно укомплектован спортивными снарядами, а также имеет наиболее обширную территорию по сравнению с остальными. Награждение победителей состоится 1 июня на площади Советов. Им вручат кубки, грамоты и поощрительные сладкие призы. Василя Туйгильдина, Ильнур Ганиев, новости.